июля 2016 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий переход на контрольно-кассовую технику нового типа. Наталья Сердюк, начальник отдела по работе с налогоплательщиками ФНС номер 23 по Свердловской области, разъяснила порядок данного перехода. Кого он касается, что представляет из себя новая контрольно-кассовая техника, ее принципы работы и сроки перехода, предусмотренные законодательством. Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики. Сегодня межрайонная ФНС номер 23 по Свердловской области информирует о тех изменениях, которые у нас произошли в законодательстве в отношении контрольно-кассовой техники, порядка ее регистрации и порядка представления информации по контрольно-кассовой технике. Здесь необходимо отметить, что 15 июля 2016 года вступил в силу закон, который предусматривает переход на контрольно-кассовую технику нового типа с передачей информации в налоговые органы онлайн. Значит, сроки перехода на контрольно-кассовую технику нового типа определены данным нормативным документом. Это с 1 февраля 2017 года прекращается регистрация в налоговых органах ККТ старого типа, и с 1 июля 2017 года прекращается использование контрольно-кассовой техники старого типа. Значит, для наиболее полного информирования налогоплательщиков инспекции проводятся семинары, значит, также производится рассылка тем налогоплательщикам, которые у нас представляют декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. И также непосредственно при обращении налогоплательщикам в инспекцию выдаются брошюрки, значит, с информированием о том, где можно наиболее подробно ознакомиться со всем порядком перехода на новый порядок регистрации контрольно-кассовой техники. Во-первых, хочется ориентировать на сайт Федеральной налоговой службы, где в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» достаточно подробно размещена информация следующего характера. Размещен закон, который полностью отражен во вкладочке «Новый закон». Также во вкладочке «Основные положения» дана характеристика всем операторам фискальных данных с подробным указанием, значит, наименования всех реквизитов и адреса электронной почты этих операторов фискальных данных. Также на данной страничке Федеральной налоговой службы размещены сервисы и видеоматериалы. То есть, если налогоплательщик затрудняется, как правильно провести регистрацию контрольно-кассовой техники в новом порядке, то видеоматериал, размещенный на сайте Федеральной налоговой службы, поможет в этом. И также видеоматериал «Переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники». Для того, чтобы зарегистрировать контрольно-кассовую технику без посещения налогового органа и без физического представления контрольно-кассовой техники, налогоплательщик может воспользоваться личным кабинетом. Для того, чтобы воспользоваться личным кабинетом индивидуальному предпринимателю, ему необходимо получить либо логин и пароль налоговой инспекции, либо подключиться к личному кабинету с электронной квалификационной подписью, либо через портал госуслуг. Для юридических лиц, для того, чтобы воспользоваться информацией, размещенной в личном кабинете, и для того, чтобы оформить электронную регистрацию контрольно-кассовой техники, необходима электронно-цифровая подпись, выданная на руководителя. Также в информационной раздатке, подготовленной инспекцией, это информационные листовки, информационные брошюры и информация на стенде, который у нас прямо для ККТ выделен отдельно в оперзале, указаны все представители, значит, операторов фискальных данных, которые работают на территории Артемовского городского округа. У данных представителей указан адрес местонахождения, номера контактных телефонов, а также представителям каких операторов фискальных данных они являются. То есть налогоплательщики могут подойти, ознакомиться и для себя определить, с каким оператором фискальных данных они будут работать. И также можно будет определиться, подлежит ли модернизации та контрольно-кассовая техника, которая на данный момент у налогоплательщика имеется в наличии.
То есть информация новая, информация, значит, будет еще у нас доводиться до налогоплательщиков, как я уже сказала, путем проведения семинаров, путем проведения различных открытых мероприятий, путем публикации в средствах массовой информации. Существенное отличие в том, что новые контрольно-кассовые аппараты, они будут передавать всю информацию о проведенных операциях онлайн непосредственно в налоговые органы. И, соответственно, налоговые органы будут владеть той информацией о тех операциях, которые провел налогоплательщик, значит, в виде при совершении своей деятельности. И, соответственно, операторы фискальных данных, они будут эту информацию сохранять то время, которое определено для сохранения этих данных. Ну и, соответственно, контрольно-кассовая техника старого типа, она раз не предусматривала передачу такой информации онлайн, соответственно, она подлежит либо модернизации, то есть налогоплательщику все равно нужно будет определиться, какая кассовая техника у него на сегодняшний момент находится в действии, подлежит ли она модернизации, либо она подлежит замене. Если она подлежит модернизации, значит, ее можно модернизировать, и она также будет отвечать всем тем требованиям, которые у нас обозначены в новом законодательном документе. Это 54-й федеральный закон и дополнения, которые вышли к нему, 290-й федеральный закон от 3 июля 2016 года. Давайте обратимся непосредственно к нормативному документу и озвучим ту трактовку, которая в этом законе прописана. То есть до 1 июля 2018 года контрольно-кассовую технику нового типа могут не применять организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услугу населению при условии выдачи им бланка строгой отчетности. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения. То есть перечень законодательством определен, но тем не менее данной категории налогоплательщиков необходимо быть готовы к тому, что с 1 июля 2018 года они также должны будут применять контрольно-кассовую технику нового типа. Все остальные категории налогоплательщиков, не обозначенные в данных временном периоде, они должны будут применять контрольно-кассовую технику нового типа с 1 июля 2017 года.